Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Готовое интерьерное решение без наценок – философия компании «Вирум». Наши технические возможности позволяют воплощать ваши идеи. Лепсе 12, телефон 69400, без выходных. До 9 мая остается 12 дней. На Театральной площади продолжается репетиция, а Первый городской канал продолжает рассказывать о героях Великой Победы. Николай Матвеевич Чирков за годы войны успел сменить несколько профессий и фронтов. Он прошел почти всю войну пешком, воевал на просторах Украины, а день окончания войны встречал в Праге. Все подробности далее. Накануне большого праздника Николай Матвеевич вместе с внуком пересматривает старые снимки. Эти сделаны в прошлом году, когда вся страна отмечала 70-летие Победы. На парад ветеран Великой Отечественной ездит каждый год. И, несмотря на возраст, не пропустит праздник и в этом. Николаю Матвеевичу 93. Никогда началась война, он помнит до сих пор. Все мы перешел, война началась, меня забрали в Кузово. Черных он несут здесь, в Ярославской области. Там стояла домна, вот на домне учили нас. Так что учили? Мы работали там, на домне, не успешно. А потом кончили мы год там, отправили в Магнитогорск, на комбинат, металлургический комбинат имени Ленина. Но долго на заводе 18-летний Николай не задержался. Сбежал, а потом по личной воле ушел на фронт. Война застала ветерана на Украине. После учебы его отправили под Харьков. Он носил мины, держал в руках пулемет. Сколько километров было пройдено пешком и не сосчитать. С одной горячей точки на другую перемещались на ногах. Пошли на наступление. Тоже с пулеметами. Окопались где-то в деревне Искорка, а враг метров, наверное, 50 был глубокий овраг. Я до оврага с пулеметом метров 15 не бежал, лопнул меня тут ранило. Подлечившись, он отправился в автополк. На передовой перевозил предметы первой необходимости. Как сейчас помнит свою первую американскую машину, но с отечественным двигателем. Одну машину у меня разбила Жамси американская. Но на ней был мотор снятый американский, а поставленный от ЗИС пятерки наши моторы. Те моторы, от них снимали, ставили на самоходки, а это, она, машина Жамси большая, как вот на 157-й Зилыбни. Такие же. 45-й Николай Матвеевич встречал не на родной земле. Ездил по Карпатским горам, был в Германии, а окончание войны застал в Праге. По приказу Сталина получил сразу три благодарности за участие в боях на трех горячих точках. У него сохранилась даже грамота, которая бережно хранится в папке. После войны жизнь заиграла новыми красками. Себя Николай Матвеевич может назвать действительно счастливым человеком. У него 5 детей, внуки и правнуки, которые каждый год не забывают поздравить, пожалуй, самым главным – праздником в жизни. Юлия Косолапова, Александр Ашков, информационный канал «Город».